Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Nissan Leaf. Итак, ремонт переда. Передние крылья, капот, бампер. Это все буду менять. Разбираю. Машина разобрана, и первым делом я измеряю все расстояния, высоту лонжеронов и их диагональ. Все измерил, и теперь я знаю, что и куда мне делать. Равняю все поврежденные части, которые остались на машине. Стягиваю немного лонжероны и затем собираю все детали переда. Установил капот, и уже немного проблемы. Очень большой зазор. Надо подтянуть петли. Подтянул, и как видите, зазор стал нормальным. Собираем дальше. Итак, установил все части переда, зазоры в порядке, и на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, покрасочные работы выполнены. Собираю. Thank you.
так как новые детали тайваньские, обрабатываю внутренние полости мобилем. Итак, все детали установлены, прикручены. И на этом ремонт этой машины закончен. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!